Всем привет! Эфир телеканала «Самара ГИС» продолжает программа «Афиша». Все о самых интересных событиях этих выходных прямо сейчас. В музее Ильдара Рязанова продолжаются кинопоказы. Сегодня по расписанию «Аринка» – история о неожиданностях и переплетениях судеб. Третьяковка в Самаре продолжает цикл пешеходных экскурсий или творческих прогулок под названием «Город как картина», на которых горожанам предлагают взглянуть на Самару как на произведение искусства. Ближайший выход в свет уже в эту субботу. В эту пятницу самарцев приглашают погрузиться в атмосферу волжского Малибу. В летнем дворике музея «Модерна» сегодня вечером дадут концерт ребята из группы «Кариока». Провести вечер с чашкой бразильского кофе, наслаждаясь самарским закатом и зажигательными ритмами. Курорт ближе, чем вам кажется. А в воскресенье с концертом в Самару приедет питерский гитарист Илья Атаманов. Как и всегда, виртуозная игра Ильи на гитаре унесет слушателей сквозь джазовые стандарты к советской эстраде и русскому романсу. И обратно, обещают организаторы. Ленинградская, 77. В парке Дружбы сегодня работает машина времени. На квест-игре «Привет из 90-х» обещают вызвать ностальгию у всех-всех-всех. С помощью резиночек, паутинок, кэпсов и других атрибутов неоднозначного десятилетия. На этом все. Отличного настроения. До встречи.